С вами три обезьянки. С вами одна обезьяна и две макаки. С вами три гориллы. С вами три гориллы. Нет, с вами... одна макака. Нет, с вами горилла, обезьянка и макака. Горилла, обезьянка, макака и орангутан. Сегодня у нас... И Кинг-Конг. Сегодня у нас... Ой! RBIB Challenge. Rainbow Balls in Box Challenge. Мы сегодня... Ой. Нет, ты будешь там. Да, да, наша раньше челленджа, чтобы ребенок... Ты будешь там. Она туда не будет. А тут будешь. Да. У нас задача челленджа сейчас, чтобы ребенок... Стой. Тула, смотри. Чтобы ребенок оказался в коробке с шариками, чтобы полностью... Тула, ты будешь залезать туда? Нет. Нет? Давай, смотри. Давай. Итак, Тула... Паузу ставлю, да? А? На паузу ставлю. Нет. Это должны все видеть. Сначала мы должны положить к ней большие шарики. Ты думаешь, для мелких будет место? А вы на нее вывалите весь таз и все, как дождик. Давай сначала вообще вывалим все большие шарики туда. Да вывалите на нее мелкие шарики. Маленькие. Сверху так, чтобы как будто дождик из широк. Это, да. Это не больно, это, они же воздушные. Давай. Вываливайте. Раз. Так, чтобы мне было видно, давай. Похоже на скитлсы, да? Реально, ребят, а вы в комментариях напишите, на что это похоже? Может, на жвачки из автомата? Скажите, когда меня засыпите до конца? Сейчас. Скажем. Такое ощущение, что это просто коробка, набитая шариками. Да? Да. А вы напишите в комментариях. Считаете ли вы так или нет? Короче, все свои мысли выражайте в комментариях. Такс. Аккуратно. Такс. И что там очень много шариков. Вон там вот. И большие шарики. Не, большие не надо, надо маленькие. Не, я считаю шарики. А, ну скоро? Не скоро. Теперь там резко, потом, значит, потом резко вы оттуда выпрыгиваете. Давай. Прям резко. Раз, два. Давай. Так, продолжаем. Сейчас. Голову пригните, там есть. Сейчас мы еще на паузу. Давай, продолжай. Ты будешь. Да. Итак, ребята, у нас с Алиской никуда не вышло. А теперь я. Сейчас мы все вывалим. Ты выпрыгнешь до потолка? Да. Я выпрыгнет, я буду так все. Давай. Короче, сейчас будет угарный момент, чтобы не. Надо дальше садиться, мне ничего не видно. Не, надо дальше идти туда. Вообще не влезаешь в кадр. Артём, а ты, Тём, вы пока сюда положите.
слабонервным не смотреть. Сейчас будет слишком угарно. Даже не для слабонервных. Потом сразу же выпрыгивай, ладно, чтобы... Ну, ладно. Да. Тут где мало места вообще. Да. Давайте. Повыше, повыше. Да повыше. Она не может вылезти. Давайте, сыпьте на меня. Все, высыпали. Так уже высыпали, Ариана, ты где была-то? Не заметила, что ли? Да, честные, которые не высыпали. Так это долго. Тебя некуда сыпать, у тебя спина круглая, с тебя будет все падать. Я даже не знаю, как... Ха-ха-ха!